Основной из целью приезда, рабочей поездки, в том числе было как раз-таки вот те проблемы, которые случились при капитальном ремонте детской поликлиники в данном районе, при детской поликлинике, при братской больнице номер 2. Здесь, к сожалению, аукцион выиграл тот же самый подрядчик, что и выигрывал аукцион при ремонте детской городской больницы города Братска. Но здесь ситуация все-таки конструктивнее, лучше, поскольку здесь работают сейчас, работали два подрядчика. Один из подрядчиков, он как раз-таки остался. Это как раз-таки тот подрядчик, который является, так сказать, коренным жителем Братска, и его производственная база как раз-таки находится здесь. И это внушает определенного рода спокойствие в части того, что и работы, которые сейчас я посмотрел, они действительно выполняются в сроки, и здесь задержек с ними нет. Равно как и тот факт, то, что необходимые комплектующие для продолжения работы не приобретены, и после отделочных работ могут быть поставлены. Осмотрел первый, второй цокольный этаж по части тех работ, которые уже сделал ранее подрядчик, который на сегодняшний день является у нас недобросовестным. То есть тот подрядчик, который не выполнил окончательно своих работ. Часть работ сделаны, но, безусловно, здесь требуется продолжение этих работ. Что сделано для оперативного решения этой проблемы? Сейчас мы обсудили с коллегами, разработали дорожную карту, и мы начинаем работу по заключению контракта на площадках так называемых электронных магазинов. То есть они не требуют длительных сроков конкурсных процедур и сокращают сроки заключения контракта как раз-таки в минимальные сроки. То есть это будет не 60 дней, это будет как раз-таки сроки менее одной недели.